Ну что, на каток все-таки мы пробились. Тест пришел через 56 минут. Все нормально. Так что можно так делать тесты, которые приходят онлайн. Но, конечно, пришлось на улице ждать. На каток не пустили, хотя никого тут нету. Вот. То есть народу вообще мало. Ну, я не знаю, 10 человек наберется ли народу, но все равно пускают только по тестам и только с прививкой. Сейчас в 3 землях из 16 в Германии объявили, что если сделать 3 прививки, то тест не надо будет делать. То есть на третью, кто согласится, тот получается в привилегированном положении. А те, кто на третью не идет пока, ну вот мы, например, не идем, потому что у нас только 3 месяца прошло, чем пойдем на третью прививку. Вот, мы, значит, должны будем сдавать тесты. В Баварии говорят, что тоже введут такое правило, так называемый бустер. Бустер, дополнительную, значит, третью прививку. Кто сделает, тот без тестов сможет заходить там в баню, на каток, там в кинотеатр, то есть в фитнес-центр. Вот такое вот. Но с завтрашнего дня, с 8 числа уже объявили, что не только в транспорт нельзя, и в торговые центры нельзя заходить без прививки, но и нельзя заходить в аптеки и даже в продуктовые магазины. То есть эти люди, кто не привился, должны пользоваться онлайн-сервисами. Вот так. Я уже 21 круг еду. Надо заканчивать. Хватит. Всем привет из Мюнхена.